Наталья Денисова ответит на наши вопросы. Здравствуйте. Добрый день. Давайте, наверное, начнем с того, что конференция партнеров «Магнита» стартовала сегодня. Что вообще для вас вот так, это мероприятие? Нам очень важно... Атмосфера открытости, атмосфера, которая призывает нас к сотрудничеству, обмен информацией и обсуждение совместных направлений развития. Говоря об отношениях с сетями, вот как они изменились в условиях современного рынка? Отношения с сетями становятся все более близкими, я бы сказала. Дело в том, что наши потребители, наши покупатели, по сути, это одно и то же. Поэтому это люди, которые покупают и которым мы производим наши товары. Поэтому отношения между сетями и отношения между производителями становятся все более близкими. Какие новые продукты могут быть интересны вот современному потребителю, покупателю? Мы все больше видим устойчивый тренд роста премиального сегмента и роста инновационных продуктов. И мы работаем в этом отношении с «Магнитом». Рост премиального сегмента в «Магните» даже происходит быстрее, чем рынок. Нам это очень приятно. Это является устойчивой основой роста нашего бизнеса. И говоря о кейсах, вот как вы считаете, какой из кейсов компании все-таки был самым удачным в этом году? Сейчас есть очень значимый тренд на рынке – это осознанное потребление и защита окружающей среды. И мы очень рады, что «Магнит» поддерживает нас тоже в этом направлении, в этом тренде. У нас был очень удачный запуск шампуня Head & Shoulder, упаковка которого на 100% может быть переработана. И 20% этой упаковки сделано из пластика, который собран на побережье океана. Скажите, ну и что получилось, а может быть что-то не удалось реализовать в этом году и планы перешли на следующий? В общем, поделитесь. Все получается. И мы уверены в своих планах на следующий год. Сейчас есть такой очень значимый тренд, как, я бы сказала, цифровой ритейл и персонализация нашего сообщения нашему покупателю и нашему потребителю. То есть уже сейчас в режиме реального времени мы можем донести определенную информацию нашему потребителю, нашему покупателю, анализируя большие данные и совместно работая с ритейлом. Мы ожидаем, что в следующем году мы будем делать это даже больше, и у нас будет очень много планов в этом направлении. Ну, желаю вам, чтобы они сбылись. И последний вопрос. Что бы вы спросили у «Магнита»? Интересно, какая основная стратегия на следующий год? Будет ли что-то меняться? Будет ли что-то новое? Я надеюсь, что сегодня мы узнаем ответы на эти вопросы. Спасибо вам. Спасибо.